Это либеральная общественность. Ну, у нас либералов нет. У нас либералов нету. У нас продажные шкуры есть, которые продались. Вы говорили, что вот кто-то постоянно про вас говорит. Вот в частности, недавно, сегодня сказала Ксения Собчак. Она, а кто она? Она не попросила, она кандидат в президенты у нас теперь. Она потребовала, чтобы, представляете, она вот еще не президент, она еще никто, но вот она потребовала освободить Аюба. У кого? У вас. Она к вам обратилась с открытым письмом, а вы не читаете. Вот смотрите, вот у нас кандидат, она не знает, что у меня нет полномочий таких. Я не судья, я не прокурор, я не МВД, я глава республики. Да. И у меня нет абсолютно никаких полномочий, да, для того, чтобы освободить или задерживать там кого-либо. Вот она глупая, да. Я не понимаю, откуда такие глупые люди находятся. Да. Как я могу освободить человека, который задержан, и у него забрали наркотики. И все знают, что его сын наркоман, что есть свидетель, который говорит, что он курил, а ношу. Есть все доказательства. Почему-то всем интересно антитир, татаю, не знаю, который, да. А у нас мы многих задерживали. И отпускали? Сажали по закону. Вот у нас есть... Пусть они берут статистику, сколько человек задержан в Чеченской Республике за наркотики и осужден. И после этого, почему они до них, у них делов не было? Почему Титаев или Титиев, не знаю, вот все обеспокоены. Потому что... Госдеп. Какой он? Я клянусь Всевышним, я про него никогда в жизни не слышал. После того, как его забрали, вот тогда я услышал про него. Если он правозащитник, я же должен его знать. Вот спросите у любого человека, вот здесь три чеченца, если они хоть раз услышали про него, я никогда в жизни народ не выйду. Я про него первый раз услышал. Но мне сегодня ваш помощник сказал, что он в первый раз услышал и имя Зелимхана Бакаева. Тоже когда он пропал и пошло по соцсетям, потом с ним появилось, что певец чеченский. А про Бакаев, я его видел, он, когда я встречался с артистами, он ко мне приезжал, у нас совместная фотка есть. Ну, при чем тут Бакаев или руководство Чеченской Республики?